Винда у нас установилась. Ну, вот тут прыгает. В принципе. А нужно сейчас сделать следующее. Нам нужно восстановить загрузчик Unix-овый. Так, System RxCD опять. Запускаем. Так. Нам нужно... ну тут chain loaded, да, нам не подходит. Загружаем System RxCD. И сейчас восстановим... Да. Кефир выпила? Да. Где пакет? Где пакет? Вот ага. Итак, вот мы загружаем. Папа. Угу. Папа. Загружаем. Да. Так, загрузили. Так. Alt F2 сделал root. Итак, давайте подмонтируем dev sda 2 на mount. Дальше у нас cd mount. Root mount bin bash, и тут у нас auto update. Мама! Ой, папа! А. Так. Значит, тут мы должны. Он, естественно, ничего не может, он, у него нет уже девайсов, он не видит. Сейчас мы подмонтируем их. Mount минус O. Bind. Proc. Mount proc. Div. Mount div. Sys, mount sys. Так, вот теперь он должен все это увидеть. Так, все. Он говорит, что он восстановил. Да, ну, давайте мы попробуем. Отключим. Так, что у нас получилось? Так. А вот... ну, давайте загрузимся. Значит, Windows он не подхватил. А у нее должна быть там... Загрузчик там восстановили, а чё же он Windows-то не подхватывает? Ctrl-Alt-F2 root. Так, давайте посмотрим, что у нас. Тут у нас boot group. Значит, а тут у нас
В грубе вот Оспробер есть. Так, может быть, мы должны были еще перегенерить групп mkconfig минус о boot групп kfg. Так, ага, вот нашел Windows 10. Ну давайте reboot сделаем. А вот Windows 10. Вот винда начинает загружаться. Ну вот, собственно, и все. У нас загрузчик восстановился.